косичку и стань веселый панк. Весна – не только пора любви, но и творчества. Фестивали искусств проходят в округе один за другим. Так, накануне в Центральной детской школе искусств завершился областной конкурс эстрадного пения «Вместе с нами». Победители выбирали в трех возрастных категориях. Самое многочисленное – младшие дети от 9 до 12 лет. На конкурсе ребята представляли не только себя, но и своих преподавателей, демонстрировали, чему научились. Всем же не дают только первые места, поэтому получают только лучшие. И тут каждый, в общем-то, ребенок, он будет стремиться дальше. Конкурс есть конкурс, но конкурс, он именно вот такой показательный. Несмотря на свой юный возраст, ребята имеют богатый сценический опыт. Выступают в своих школах и на других конкурсах и фестивалях. Хоть я и уже выступала много раз, но волнение присутствует, когда дети... Тоже хорошо очень поют, это очень страшно, как ты выступишь, забудешь ли ты слова или нет. За кулисами можно, допустим, волноваться, хоть что делать, хоть на стенку ты лезь. А на сцене ты должен расслабиться, никаких волнений. Члены жюри оказались в непростой ситуации. Из нескольких десятков талантливых ребят им все-таки предстояло выбрать лучших. Лауреатами первой, второй и третьей степени стали 17 человек. Победители конкурса уже ставят для себя новые цели. Мне конкурс очень понравился. Мне кажется, справедливое жюри. И сам конкурс тоже в хорошей атмосфере прошел. Я стремлюсь, чтобы стать певцом и буду дальше заниматься пением, музыкой. Конкурс «Вместе с нами» прошел в округе уже в пятый раз. В этом году он собрал порядка 60 участников из 16 муниципалитетов Московской области.